Поговорим о других новостях Воткинска. В эфире рубрика «Городские новости» короткой строкой. Воспитанники Удмуртского кадетского корпуса посетили репетицию Парада Победы в Москве. Поездка в столицу стала поощрением за отличную учебу, призовые места в олимпиадах и соревнованиях. Вместе с ними на Красной площади побывали и увидели культурные и исторические достопримечательности воспитанники окружных кадетских корпусов Башкортостана, Татарстана, Чувашской республики, Пермского края и Нижегородской области. За минувшие выходные в Воткинске было задержано 7 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. При этом один из них уже повторно. Сотрудники госавтоинспекции города Воткинска в очередной раз призывают водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Команда из Воткинска заняла второе командное место по настольному теннису на спартакиаде в Ижевске. В ней приняли участие 8 команд юношей и 8 команд девушек 2000 года рождения и моложе. Команда девочек из Воткинска заняла второе место. Команда мальчиков оказалась на третьей ступени пьедестала. Команду подготовил тренер Николай Иванов.